В России завели второе уголовное дело за участие в так называемой нежелательной организации. Фигурантом этого дела стал бывший координатор движения «Открытая Россия» в Екатеринбурге Максим Верников. Сегодня утром к нему домой пришли с обысками, вскрыв квартиру. Закон о нежелательных организациях, я напомню, был принят в России в 2015 году. Позже Генпрокуратура причислила к ним две британские организации, которые связаны с Михаилом Ходорковским – OR «Открытая Россия» и Open Russia Civic Movement. Первое уголовное дело об участии в деятельности нежелательной организации, я напомню, было возбуждено в январе против ростовской активистки и также сторонницы «Открытой России» Анастасии Шевченко. А с Максимом Верниковым мы пообщались незадолго до начала программы и спросили у него, как проходили допросы и обыски. Я добавлю, что российские власти пока не комментировали его утверждения. Ну, собственно, здесь нужно говорить не о допросе, а об обыске. Потому что допрос длился меньше часа, и он уже был завершающей стадией. И главное, что я не могу разглашать детали допроса, но там не произошло ничего, чтобы как-то существенно дополняло то, что было до этого. А до этого, собственно, были обыски, которые начались у меня около 7 утра, когда группа вооруженных и невооруженных лиц начала долбиться ко мне в дверь, звонить, стучать, и даже успели немножечко мне дверь повредить. Обыск проходил где-то 3 или, наверное, побольше 3,5 часа. У меня изъяли MacBook, смартфон, растяжки надоел, и еще там некоторые бумаги, которые я не могу называть. И предъявили мне, собственно, обвинение по статье 284.1 УК РФ. Это деятельность нежелательных организаций. Ну, все то же самое, что... Ну, статья та же самая, которая вменяется Анастасии Шевченко. Только я из этой статьи так и не понял, что же я в очередной раз такого совершил, что против меня открыли новое дело, только теперь уже не по административному, а по уголовному кодексу. И ну, то есть, правильно я понимаю, что вот по этой статье о нежелательных организациях вас дважды привлекали, да? Вот по административной. Собственно, вчера вступило в силу третье постановление суда, обвинительное за онлайн с Михаилом Ходорковским 25 октября, хотя там вообще не называлось никаких организаций, никакой «Открытой России», какой-либо другой организации. Это была онлайн-конференция с Михаилом Ходорковским как с бизнесменом, политиком и общественником, но уже тогда сочли, что это нежелательная организация. Но за это мне был назначен очередной административный штраф. То есть уголовку на меня уже могли открыть за это, но не открыли. Поэтому для того, чтобы открыть на меня уголовку, нужно, чтобы я опять еще что-то совершил. А что я мог совершить, если я уже не являюсь ни координатором, ни членом регионального совета, ни даже членом рядовым движения данного? Я представить себе не могу, и, судя по всему, и следствие на данный момент не может себе этого представить. Вот смотрите, вы говорите, что открыто дело за участие в онлайн-конференции с Ходорковским. А вы единственный участник этой онлайн-конференции? То есть вас одного преследуют? Ну, не открыто дело, а уже завершено, и уже постановление о штрафе вступили. Нет, там несколько десятков человек, но я как организатор и ведущий данного мероприятия, собственно, в целом же эти все преследования, если бы преследовали всех, кто так или иначе связан с «Открытой Россией», то речь бы шла уже о тысячах, по меньшей мере, административных дел, ну и очевидно, что уже не о двух, а о гораздо большем количестве уголовных дел. То есть, конечно, по крайней мере, на данный момент продолжает оставаться установка, что нужно брать, что называется, первых лиц. Хотя, опять же, с учетом того, что я уже не первое, не пятое, не 25-е лицо, что я уже даже просто членом данной организации не являюсь, точнее, данного движения, организации оно не является, то это, конечно, достаточно новый поворот. Но тем не менее, все-таки я был координатором движения, был членом Рексовета, то есть, по крайней мере, в прошедшем времени про меня можно сказать, что я там в открытке я достаточно большую роль сыграл в нашем городе.